Здравствуйте, зрители моего канала. Начало февраля. Решил снять короткий ролик, показать, как из черенков, в данном случае сорт Лахтей, буду делать саженцы. Берем контейнер, все очень просто. Заполняем его торфом, у меня с перлитом. Торф известный всем. Фирмы называть не буду, которые многие используют. Насыпаем сантиметра 3 земли, торфа, грунта, у кого что есть, там садовой земли, там в принципе можно и такую, и такую, в зависимости от того, что у вас есть. И из сугроба вот выковырял побеги, нарезал их по длине. Таким вот образом сейчас буду складывать. Положу это незамысловатым образом. Примерно на одном расстоянии. Если будут толстые побеги, будет хорошо. Не будет, тоже ничего. Здесь можно сбоку от почек еще надрезы делать. Но я не делал, потому что и так все нормально получается. Сверху присыпаем торфом, разравниваем. Торф у меня уже влажный, поэтому поливать я не буду. Потом буду поливать водичкой с перекисью водорода. Добавляю на литр, на 2 литра 15 капель перекиси. Она дает дополнительный кислород, и все. Все вот так вот оставляем, и через пару недель здесь уже на них должны появиться корешки. А сейчас я вам покажу точно такой же вот коробочек с побегами, который я, по-моему, 10 дней назад ставил. И покажу, какой уже там результат. Вот, короче, так, возле каждой почки практически такие вот корни. Очень как-то аккуратно надо это все отделить почку вместе с корешком и посадить. Черенок прям целиком с почкой не буду сажать, потому что боюсь, что загниет. Вот здесь вот совпало хорошо, что почка смотрела вверх, и получается она вверх пошла, корни вниз в землю. Надо будет вот так аккуратненько отделить от черенка корешок с побегом и его уже пересаживать в стаканчик. То есть вот такой вот способ, в принципе, достаточно неплохо все укоренилось. Хотя, конечно, это больше развлечение. Это сорт Лахты, его надо головами укоренять просто и все летом, и не мучиться. Ну, для тех, кому как бы не имется в зимний период, можете вот таким вот способом размножить. Так что этот способ имеет право на жизнь. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи!